меня, это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем, я хватаю за диск телефона и набираю вечные 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать дома? 72-я, жду дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу поскорей. Почему мне в кредит по талону предлагают любимых людей? Девушка, слушайте, 72-я, не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу в Селине я завтра улетаю. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона, телефонная книга, триптих. Стала телефонистка Мадонной, расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу продлите, вы теперь как ангел, не сходишь с алтаря. Самое главное, впереди поймите, вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что пять повреждений на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен, начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, снова я, что вам? Нет, уже не нужно, нужен город Магадан. Я даю вам слово, что звонить не буду снова. Просто друг один, узнать, как бедняга там. Эта ночь для меня вне закона. Ночи все у меня не для сна. Я усну, мне приснится Мадонна, на кого-то похожа она. Девушка милая, снова я дома. Не могу дождаться, и часы мои стоят. Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечаю, здравствуй, это я.